Здравствуйте, вы смотрите новостной выпуск «День за днем» в студии Олег Соловьев. Сегодня в программе. Очередное плановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. По 10 августа у нас включительно приостановлена деятельность общественного питания, за исключением летних кафе и на вынос. Активисты общественной организации «Молодая гвардия» провели субботник. В соцсетях много говорили о том, что грязно не убирают, и мы решили активной молодежи собраться и исправить этот момент. Суточный прирост заболевших за 4 августа на Смоленщине составил 16 человек. Это данные регионального Роспотребнадзора. Общее число заболевших инфекцией в Десногорске составляет 136 человек. В больнице Атомграда находится 6 таких пациентов. С 1 августа инфекционное отделение для пациентов с COVID закрыто, которое находилось в роддоме. Сейчас там идет дезинфекция. И роддом после того, как дезинфекция будет проведена, переедет в свои помещения. В обычном режиме уже работает детская поликлиника. Проводятся плановые приемы и диспансеризация населения. Коэффициент распространенности коронавируса в Десногорске составляет 0,2 при пороге в 0,8. В целом Десногорск уже соответствует следующему этапу снятия эпид-ограничений. По 10 августа у нас включительно приостановлена деятельность общественного питания, за исключением летних кафе и на вынос. Работа саун, бассейнов, и также временно запрещено курение кальянов в ресторанах, барах. Согласно последней редакции указа губернатора, следующая часть эпид-ограничений будет снята с 10 августа. 1 августа активисты общественной организации «Десногорская молодая гвардия» провели субботник на набережной города. Идею поддержала молодежь Смоленской АЭС, филиала акционерного общества «Атомэнергоремонт» и неравнодушные жители. В соцсетях много говорили о том, что грязно, не убирают, и мы решили активной молодежи собраться и исправить этот момент. Благодаря работе инициативной молодежи крупный мусор быстро исчез с территории набережной. Всего было собрано более 20 мешков бытовых отходов. Я надеюсь, люди в нашем городе будут более чистоплотными и не будут мусорить, и сберегут наш труд, который мы сегодня проделали. Молодогвардейцы придут сюда еще через несколько месяцев еще большим составом, чтобы навести порядок накануне зимы и обязательно присоединяться к общегородскому субботнику. В конце выпуска о погоде. 6 августа в Десногорске переменная облачность, возможно, гроза. Температура днем плюс 28, ночью до 18 тепла. На сегодня выпуск завершен. Оставайтесь в компании Десна ТВ. Всего доброго!